Всем привет. Время 6 часов 58 минут. 14 января 2023 года. А посему поздравляю всех с наступившим старым Новым годом. Сегодня мы снова с Юрой едем на рыбалку. Ну, опять же, традиционно на Северную Двину. Докуда мы сегодня доедем, не знаю. Хотелось бы снова побывать на Кумбыше, продолжить нашу с Юрой дуэль, кто больше поймает корюха, и, а может быть, и сега. Так что никуда не исчезайте, нет, не выключайте, смотрите, комментируйте, ну и болейте за меня. Ну вот сейчас мы тут разбавим бензинчик, зальем, этот конь не ест чистый. Ему хочется со смаслом, чтоб намазали ему. Да, Юра? Юра, поздравь людей с праздником. С Новым годом! Всем здоровья и удачи по жизни. Да. А мы поедем на рыбалку. Много не пейте. Да. Так вот сказал Юра. Мы сегодня не поехали за пад. Мы сегодня между падом, я так сказал, и лесомином, да? Народ весь уехал туда. Нет, я их занесу потом, в кузов положу. Так вот, народ ездит, вода еще пока прибывает. Так, мы уже лодку поставили, просверлили, вот так вот проверили, куда идет течение. Течение вроде бы так вот идет. Ну ладно, все. Сколько время-то? Сколько время? Время чье? Время 9:30. Начинаем ловить рыбу. Все, пока. Оп. Достал. Вот она. Во, пока на это время этот свет лучше. Можешь свой выключать. Или тебе с ним лучше? Пока выключу. Так. Ты уже стульчик поставил, а я нет. Нет, я снял его пока. Надо все заправить, начать. Чтобы был комфорт. Комфорт — это когда столик уже, стульчик уже стоит. Так, надо немножко поиграть. Ты куда будешь корюшину ставить? Вот сюда? Да. Ну тогда я сюда. Что будешь, корюшину? Куда? Вот сюда. Ну ставь, да. С правой стороны ты ведь эту легче это, как его? Потому что проще, когда ты наживку, не наживку, прикормку будешь кидать, она будет на одной стороне. А, ну да. Навел шариков, сделал под корюха, это самое, кинем товарищу мне, чтобы он не обижался. Так там бы одну хотела бы. Вот. Так, ну, а то что-то у меня крючина это. Этого. Пум. Да, подтаяло. Поэтому. Надо как-то, блин, образовывать налет. Фигли, плюсовая температура. Ну. Нормально. Да, хоть выноси кузов на улицу, да? Что-то тут. Так, полотенце вешается сюда. Остается корешинная удочка. А? Уф, оттуда приехал. Да, они оттаяли. Удобно на нем сидеть там. Такой же, как у меня. Да, я знаю. Я, может, просто сапоги только могут. Блять. Ой, он у тебя сломался. Разобрался. Он весит.
Рыбалка для стульчика закончилась. Рыбалка. Просто кто-то много ест. Сколько там примерно думаешь? Еще чуть-чуть. Вот так, хорош. На, пускай ее. Вот за этот шнурок. Прямо так. Ага, вот так вот, да? Да. Яркость добавил, блин. Может убавить? Пока здесь рыбы нет. Яркость убираю. Вот видишь, темно сразу стало. Она там не светит так или что? Это там свет есть, подсветка. Ну что, пока тут рыбы нет. Рядом с тобой рыбы нет. Ну вот, приехали. Все говорят, что типа кишит, рыба кишит. Отечка неплохая там. Так офигенная, смотри. Там песок, что ли? Да это песок. Нету здесь травы. Здесь нечему рыбе-то делать. Нет, это не она. Нет, тут даже, блин, ну вот подождем. Вытаскивай. Подожди, все, вот положил. Не расстраивай, да? Просто, что там, болтать? Пусто. Кусок. Кусок инородного тела внизу. Слушай, вообще ни одной рыбки. Я не знаю, записывал, не записывал. Ты говорил стоп. А вот сейчас смотри, идет что-нибудь, горит? Не верь. Так, сегодня я поймал первый корешка. У Юры тоже были поклевки. Посмотрим, что дальше будет. Да, посмотрим. Может, переехать придет. Короче, попалась на креветку. О, у Юры клюет. У него там червячки. Не могут заглотить. Креветка и червячок, вот что там? Что выберет? Что выберет? Что сегодня ей надо? Есть такая мода у них. Ну вот. Надо привязывать. Наружу выходи. Эх, дует. Теперь в верхний фонарик упал. Ладно, сейчас уже не нужен фонарик. Да, нормально. Ты третью ставишь? Перешинную? Да. У меня тут даже интернет есть. Андрей, здорово. Вы на рыбалке? Вы на второй, да? И чего там? Ага, все понял, хорошо. А мы западом сидим тут между, мы между лесоменом и падом, вот тут вот. Наверное, поедем туда, напротив ворот встанем. Угу. Ясно, понял. Ладно, все, давай.
три сишка, да, три корешенки. Нифига себе, три сишка. Небольших нет, три корешенки. И ближе, да? На второй. Я говорю, доехали до лесоминки и что-то с вариатором и обратно вернулись. Вот, переехали в другое место. Юра тоже поймал корешка, но поболее, чем у меня. Вот, сидим по новой. Вот, посмотрим. Не клюет, не клюет. Уже 11:30 у нас сегодня, ничего. Как с самого начала из гаража не могли сразу выехать. Как народ обещал, что очень плохо, так оно и получается. Да. Просто получается, что не надо далеко было ехать. Надо было прямо там у гаража просверлиться. Сидеть. Там, глядишь, кто-нибудь подъехал бы еще, шашлыки бы поели, да? Кто-нибудь сегодня придет, никто не придет. Кто это вот так клюет, смотрите, гигант опять тащит. Оп, у него самоотцепляющийся. Самоликвидный. Да, у него уже два хвоста. Офигеть. Он меня делает и количеством, и качеством сегодня. Офигеть. И помимо этого он уже два раза поел и два раза попил чай. Вот сколько раз поешь и попьешь чай, столько рыбок и будет. Да. Хорошо. А если бы был алкоголь, то налил бы, сразу бы на 10 увеличивалось бы. Да, в десятки раз. Да, да, да. А так вот только чай один за один. Беззаконно, беззаконно. Тут занимался удочкой. И я тоже занимался уже. Да. Меня обловили, намного обловили. Я вообще поражен. В шоке. Я же говорил, что мы сегодня сядем по-другому. Все будет по-другому. Какая-то мелочь. И то не хочет ловиться. Вот эти, видите, Юра только дергается, только дергается. У него как пианино заиграло. В Москве полдень. У нас полный. А у нас нифига не полдень. Да, нифига. У него уже там и сижок, и корешки. Да, а мы тут ничего не можем отразить. Ладно, будем ждать дальше. Опять, смотри, что-то таскает и таскает. О, первый здесь корюшок. Ну, такой, да, таких уж можно оставлять. Нужно. 12 часов. Ёкарный бабай. Три часа, две рыбины. Да. Ну ладно. Ладно. Ну, вот видишь, догоняешь, догоняешь. Да никто еще этот. Догоню, если сишка поймаю, тогда может быть, можно говорить о каком-то, какой-то попытке догнать. Догоняние. Да, а так это так. Слезы. Съел бутерброд. Опа, кто-то подошел. Кто-то телебонит. Но не уверена. Baby, you.
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 3. Вот. У меня 10. Но качество у тебя сегодня лучше. Что-то было, что ли? Ух ты, ух ты, ух ты. Да там мелочевка, наверное. Стекляров, как ты говоришь. Видишь, тоже нормально. Вот это такой. Ну у тебя, говорит, больше. У тебя больше и больше, и больше, блин. Больше в квадрате. Да, не клюет, блин, лег, лежишь, кроссворды разгадываешь. Да. Понятно? Штучек и три фишка. Да, сегодня у нас обломисто. Все пролетают мимо. Да, собираться будем, наверное. Да, это 2 часа, да, сейчас? 2 часа. Ладно. Думаю, хватит. Убежал уже напарничек. Сейчас я тоже рыбку соберу. Да, просит закапывать. Мусор везем. А, слезы сегодня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14. Ну, какое число сегодня? 14. Ну вот. И рыбок тоже 14. Вот и верь потом приметы. Не верь, вернее. Все, собираемся. Thank you.
Закончилась сегодня рыбалка поездкой через всякую разного. Полная сани снега. Все залепило. Все залепило, да. Меня всего залепило. Вот. Так, что, у меня сегодня 14 рыбок. Сегодня... Чем теплее погода, тем хуже клюет. Сегодня Юра меня обыграл. Чуть-чуть. Больше я с ним в палатку не сяду. Вот так. Ладно, всем пока. С наступившим Новым годом. Со старым годом.